Считается, что тайные учения друидов испытали на себя влияние пифагорейской философии, которая преподавалась в Кротоне. Пифагор основал свою академию в морском порту Кротона в Италии примерно в году 529 до нашей эры, что происходило в тот же период, когда Гаутама стал светом Индии. Члены этого тайного научно-религиозного братства придерживались образа жизни, подчиненного строгой дисциплине. Студенты, обучавшиеся в Кротоне, проходили серию посвящений. И снова мы встречаемся со стезей Бодхисаттвы. Это путь Логоса, логический путь. Тот путь, на который человек вступает осознанно в самом присутствии Учителя, в присутствии Майтрей, космического Христа. Можно увидеть, что с подобной преданностью, с общим светом тройного пламени и с учителем, подобным Пифагору, нашему любимому Кутхуми, который находится среди нас, по всему миру, в разные века и периоды, происходило возрождение, воскресение понимания и познания тайны Святого Грааля, что нам открыто как путь Бодхисаттвы. Там, в Кротоне, проходя свои посвящения, они погружались в тайны мироздания, предсуществования и загробной жизни. Здесь студентов учили, что, овладев своими чувствами и очистив душу, они могут стать, как утверждал Пифагор в золотых стихах, «богом бессмертным, смерть раздавившим стопою». 2500 лет назад Пифагор учил пути вознесения через красоту геометрии и истину, тому же пути, по которому вы идете сегодня. Пифагорейская школа в Кротоне была отражением тайных школ древних земель Атлантиды и Лемурии, существовавших в предшествующие тысячелетия.